Господи и Владыка жизни моей, не дай мне духа праздности, суетной пытливости, любоначалия и празднословия, но даруй мне, рабу Твоему, дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Господи, Царю, дай мне видеть свои грехопадения и не осуждать брата своего, потому что благословен Ты во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, сейчас мы с вами услышали знакомые для нас слова молитвы святого преподобного Ефрема Сирина. Это святой, который жил в 4 веке. Он был очень известен. Он был известен своими многочисленными произведениями, толкованиями, а также различными стихословиями и гимнографиями. Его произведения читались в храме после чтения апостолов наряду с Ермой и Климентом Александрийским. В нашей библиотеке при Свято-Покровском храме города Гродно вы можете ознакомиться и приобщиться с его произведениями, приобщиться к глубинной мудрости этого великого святого и подчерпать аскетику и красоту письма этого святого. Сегодня, 10 февраля, Святая Церковь празднует День памяти преподобного Ефрема Сирина. С праздником, дорогие читатели нашей библиотеки, а также те, кто увидел наш ролик, пожалуйста, присоединяйтесь, вас тоже с праздником.